На 14 сентября текущего года запланированы выборы депутатов Московской городской думы. Уже создана инициативная группа, которая до 19 мая должна собрать списки кандидатов в депутаты и провести в июле предварительное рейтинговое голосование. Свою кандидатуру выдвинул и активист системы МММ. Он обратился к мавросообществу с предложением принять самое деятельное участие в избирательной кампании. С предложением участия в выборах в Московскую думу к мавросообществу обратился активист Андрей Маховиков. В своем посте, выложенном на офсайте, он проинформировал коллег об условиях и возможностях этой избирательной кампании. По замыслу гражданской инициативной группы, которая проводит рейтинговое голосование в июле, оно должно стать своеобразной генеральной репетицией основных сентябрьских выборов. Его результат, по мнению авторов инициативы, покажет выбор снизу. То есть сами москвичи путем прямого тайного голосования смогут отобрать лучших представителей городского сообщества и назвать своих народных кандидатов. МММщик Маховиков считает себя кандидатом из народа и для народа. Поэтому он обратился к участникам системы с просьбой поддержать его кандидатуру. Предлагаю обратить внимание на такую возможность, как выборы в Мосгордуму. Тем более, что регистрация легко выполнима и крайне незатратна. Условия участия настолько просты, что кандидатом может стать любой активист из Москвы старше 21 года в порядке самовыдвижения. Для этого нужно всего лишь иметь копию трудовой книжки и паспорта или справку с работы. Я уже зарегистрировался от Восточного административного округа. Обязательного вступительного взноса нет, есть только добровольные. Голосование пройдет 8 июня выборщиками, которые могут зарегистрироваться здесь же на сайте «Моя Москва». У кандидатов будет возможность вести свою страничку на этом сайте, размещать видео, статьи, фотоматериалы и проводить агитацию любым законным способом. Проявите активность. Сейчас это очень важно. Андрей Маховиков – уже зарегистрированный кандидат в Мосгордуму. На своей странице он подчеркивает, что обладает определенным организаторским и представительским опытом. В его активе несколько масштабных общесистемных акций, дебаты на ТВ, представительство на съезде партии МММ в Курске и выборы в кандидаты Координационного совета – отклоненные оппозиции.